Осетия встречает чемпионов. Руслан Албегов и Тима Туриева вернулись с чемпионата мира по тяжелой атлетике. Албегов принес в копилку страны золотую медаль, а Туриева – серебряную. Приветствует победителей министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Хасан Бароев и президент Федерации тяжелой атлетики Ахсарбек Тасоев. Чемпионат мира по тяжелой атлетике проходил в Алмате. Албегов показал высокий результат и оказался на голову сильнее своих соперников. Осетинский спортсмен выступал в самой тяжелой весовой категории – свыше 105 килограмм. По сумме двух упражнений он показал результат 462 килограмма. В рывке штангист поднял 210 килограмм, а в толчке – 252. Таким образом, Албегов стал двукратным чемпионом мира и подтвердил завоеванный ранее титул самого сильного человека планеты. Самое сложное было подготовка. Тяжело в учении, легко в бою. Много было, много чего не получалось в течение года. Готовился и к Европе, и к России в середине года. Но какие-то другие такие посторонние факторы мне мешали нормально подойти к этим соревнованиям. Но в конце года как-то собрался и выступил на чемпионате мира. Тяжелоатлетка Зима Туриева показала результат 252 килограмма. Она взяла 112 килограмм в рывке и 140 в толчке. В медальном зачете чемпионата российская команда заняла 4-е место. Всего спортсмены завоевали 6 медалей – по 2 золотые, серебряные и бронзовые награды. Мадина Сханова, Тимур Мазаев, Алан Гасанов, Осетия ТВ.